Да. Ричард, когда... Когда ты с этой дамой, ты обо мне вспоминаешь иногда хоть? Да. Мы разговариваем с ней тебе. Это что? Вы что, можете с ней обо мне? Ну, порой, да, ей это интересно, забавно, я бы сказал. Ты... Ее забавляет разговор обо мне? Ну, мы очень корректно говорим о тебе. Мы представляем себе такую старинную, антикварную музыкальную шкатулку, которая играет что-то нежное, чтобы оттенить наши дикие плотские радости. Знаешь, я бы не сказала, что эта сцена могла бы мне дать какое-то удовлетворение. Причем тут ты? Удовлетворение получаю я. Конечно, дорогой, я поняла. Ну что ж, я думаю, что дневных утех было вполне достаточно, и дополнительного удовлетворения я тебе доставить не могу, не так ли? Разумеется. Тогда вообще к чему все эти вопросы? Ты знаешь, все-таки первым начал ты. Начал выпрашивать о том, что мы делали с любовником, где мы находились. Ты? Это обыкновенное человеческое любопытство. А, ну конечно. Ну, конечно, да. Ты же понимаешь, да. Надеюсь. Да, и не думаешь, что я ревную, да? Ну, конечно. Ты знаешь, я уверена. Я просто уверена, что ты... А ты? До таких всяких мелочей... Ты не ревнуешь? Не будешь опускаться. Ну, я... из твоих рассказов, что вы делали со своей дамочкой, то есть со шлюхой, я сделала вывод, что провела время куда интереснее тебя. Может быть. Какой покой. Подойди, посмотри. Почему в поселке, а не в этом доме? Ничего, это тоже заметно. Твой бедный любовник, он ведь никогда не наслаждался видом ночной панорамы из окна. Ну, конечно. Бедняга. Все время эти вечные чаепития, как им не надоест, я бы не смог, честное слово. Можно подумать, что вид чайника и кувшина с молоком его возбуждают.
По-моему, это действует угнетающе. Ты знаешь, он привык. Да что? Да. И вполне привык, и нам довольно-таки неплохо, потому как мы закрываем шторы. И когда мы закрываем, то лишь опускаем, становится как вечером. Не душно, прохладно, и темно, как вечером. Как вечером. Интересно, а что он думает о твоем муже? Ты знаешь, он тебя очень уважает. О, интересная оценка моей персоны. Ну, должен сказать, я тронут. Я даже понимаю теперь, почему ты его так любишь. Конечно, он очень мил. Он очень обаятелен, обворожительный. Какая скука. Совершенно нет. Бывает, конечно, и другое настроение. А, у кого его не бывает? Но. Но? Как мужчина он хорош. Да, конечно, со всех сторон. Он во всем меня удовлетворяет. И, кстати, у него очень... как тебе сказать? Говорюш. Обладает он юмором. Отличие от некоторых. То есть смешит тебя, да? Да. Надеюсь, соседи не слышат, как вы тут покатываетесь. Ну. А то, знаешь, нет ничего хуже сплетен. Потому и хорошо жить в уединении, вдали от шумных дорог, подальше от людей, соседей. Я всегда об этом говорила, дорогой. Да, вот тут я с тобой полностью согласен. Он женат? Я же надеюсь, а? Дорогой, слушай, я надеюсь, чувство ревности в тебе не проявляется, правда? Ты не ревнуешь, а? Вот и хорошо. Знаешь, мне кажется, у нас... Мне это очень нравится, что у нас ровные, спокойные отношения. Пока.
чуть-чуть попозже. Что ты хочешь сказать? Он что, сегодня тоже придет? Он ведь был вчера, зачем сегодня? Я сказала, дорогой, придет. Хорошо, рано не приду. Пойду в Национальную галерею. Отлично, пока! Пока! А вот миссис Оуэн взяла 3 банки. Ну, это миссис Оуэн. А молоко-то, тьфу, топленое. Ну, вы... Попробуйте сливки. Так, господин... Потом откажетесь. Все в этой жизни нужно попробовать. Господин молочник, а вы так настойчивы, что право же я... Возьмите, возьмите. А сколько я вам должна за сливки, господин молочник? Да, еще не суббота. Да? Берите, берите, потом еще будете кричать. Вот миссис Соун. Ну, взяла 3 банки, ей понравилось. Она кричит, еще! Вы так любезны, господин. Еще, молочник, хорошо. За сливки спасибо. Поставьте у двери. Хорошо, хорошо, господин молочник. До встречи. Ну, вот миссис Соун тоже сначала не хотела. Извиняюсь, можно прикурить? А?
пожалуйста. Есть огонь-то? А что вы от меня хотите? Ну, прикурить, прикурить. Огонь есть? Так, а пожалуйста, отстаньте. Я очень не люблю, когда ну, да, за мной... Ну, дай прикурить, я отстану от тебя. Мне нужно только этого. Так, пожалуйста, прекратите со мной разговаривать так фамильярно. Спасибо. Потому что я жду человека. На кого? Мужа. Ох ты, это такая скромная, ни с кем не разговариваешь, да? Ну-ка. Где у тебя зажигалка? Здесь? Так, что вы делаете? Умираю, хочу курить. Ну, я вам говорю, что сейчас придет мой муж, он вам даст закурить. Не трогайте меня! Я только что выгнал этого человека. Вы не представляете себе, что может произойти в таком красивом парке. Вы правда... Я действительно, господи, что же я сюда пришла? Да, ну, слава господи. Богу, я оказался рядом. Да, конечно. Можно к нам присесть, успокоиться на минутку? Боже мой, как вы добры. Ну, а куда мы сядем? Да, к сожалению, на улице не присядешь из-за дождя. А что, если нам забраться в домик сторожа? Ну, как можно забраться в домик сторожа? Ну, что скажет сторож? А сторож... Это я. Да? Боже мой, я никогда... Я просто не ожидала встретить такого дивного человека. Спасибо. Да нет, ну просто так обращаться с такой красивой, интересной женщиной, это просто не позволительно. Правда? Господи, вы показались удивительно нежным. Да. Таким внимательным, да. Интеллигентным. Да. Вы знаете, мне кажется, что вообще вся эта ситуация, наверное, она к лучшему. Что вы имеете в виду? То, что произошла наша встреча. А, да. А что вы так волнуетесь, а? Извините, я женат. Я не поняла. И вы не можете со мной общаться, что ли? Да, простите. Вы тоже не волнуйтесь. Но я женат. Ну, слушайте, дайте закурить. Какой-то вы нудный такой. Дай закурить сигаретку. Ни хрена. Простите.
Время пить чай, Мэри! Милый, послушай, давай не будем... Да не прикасайся ко мне! Ты что?